декабря. Праздничный стол был накрыт на двоих, а Алика и Леонидик сидели на диванчике и играли в карты. Ну все, пробил твой час. Не боюсь я тебя. А я вот так. А я вот эдак. Непостижимо. Опять я дурак. Опять дурак в третий раз. Трижды дурак Советского Союза. Колоссально. Просто ты невнимательный. Невнимательный, незамечательный, неудивительный. Зато у тебя галстук немыслимой красоты. Это есть. Который час? До Нового года 40 минут. Финита! Леонидик подошел к окну. Ого. Несметные толпы граждан стремятся к новогоднему столу. И сразу вспоминаешь детство. А в 12 улицы опустеют. И только одинокие прохожие будут изредка попадаться ему навстречу. Как в сказке. О чем задумался? О Марате. Да, он один сейчас. И до него 9000 километров. Уехал 3 недели назад, и все. Он прелесть. Не надо. Сыграй мне еще. Может, отыграюсь. Ты сегодня такой какой-то. Черт возьми. А они-то приближаются. Кто? 60-е годы. Вот глупистик. Лика поцеловала его в затылок. Не надо. Ты сегодня симпатичненький. А это верно. Дурачишься весь вечер. Тебе будет скучно встречать Новый год вдвоем. Ему не будет скучно. А салат я приготовил все-таки гигантский. Эх, зачем я не повар? Пропала жизнь. Почему ты все время смотришь на часы? Ну вот и все. Отворяйтесь, двери. Вот и все. Финита. Входи, Марат. Открылась дверь. На пороге Марат, весь в снегу, в своей меховой куртке. Ты? Как видишь. Я так боялся, но ты безотказный. Я отзывчивый. Ты, Марат, друг народа. Как ты узнал мой адрес? Понимаешь. Ну, я боялся, что самолет опоздает. Но теперь Леонидик спокоен. Что ты затеял? Говори. Я кое-что купил тебе, Лика. Сюрприз в некотором роде. Но он хранится у соседей. Но час настал, и я его принесу. Я думала, что уже никогда тебя не увижу. Я тоже. Какая у тебя рука холодная. С аэропорта было трудно добираться. Новый год, все такси заняты. А ты уверен, что тебе следовало приезжать? Не совсем, девочка. Не совсем. Эту телеграмму я получил вчера. Немедленно вылетай, ты нужен Лике. Помни, не позднее 31-го, Леонидик. Я ничего не знала. Думаешь, это было так просто? Бросить все и прилететь сюда. Марат подошел к столу, но запихнул себе что-то в рот. Почему ты ешь руками? Потому что я голоден. Не шуми. Ты устал, бедный. Наверное. Марат поглядел на нее. Странный сон мне приснулся сегодня. Я стою на огромном мосту. Он недостроен. А я должен закончить дело. Вокруг отчаянный ветер. Я оглядываюсь по сторонам и вижу оба берега. На одном мое детство, первомайские парады, линкор «Марат» и отец со своими друзьями. А на другом мир после войны. Новая жизнь. Я стою на недостроенном мосту. Волны все сильнее, все выше. Я не могу.
не могу соединить берега. Будь что будет. Будь что будет. О чем ты? Тихо. А теперь я налью себе вина. И даже не протестуй, Лика. Я сегодня выпью. За мое здоровье. Ничего себе. Даже мило. Леонидик развернул пакет, а в нем оказались цветы. А эти цветы тебе, Лика. Хорошо, что мне все-таки удалось их достать. И Леонидик очень рад этому. Спасибо, но... Что я могу сказать? Мы 13 лет вместе, но я люблю тебя так, как в первый день, Лика. Но так люблю, как умею только я. Хотя нет, дело, вероятно, не в этом. Просто я не оправдал твоих надежд. Ты столько вложила в меня и даже о себе забыла. Все было напрасно. Поверить в этом мне... Я должен остаться один. Если не сегодня, то уже никогда. И не позволяй мне быть слабым, Лика. Нет. Почему ты молчишь, Марат? Скажи ему. Не скажу. Мой поезд уходит в 0:50. Такая привлекательная командировка. Просто я эгоист. И понял, что мне надо остаться одному. Уйти от твоих забот, от твоей опеки. А тебе они не страшны, Марат. Ты их сильнее. Все равно вам не жить друг без друга. Я-то знаю. Говори. Не лги, Марат. Говори. Ну? Да. А ты? Ты что молчишь, Лика? Прощай. Вы молодцы. Вы все поняли. Леонидик знал это. А помнишь, как ты сказал? Даже за день до смерти... Не поздно начать жизнь сначала. Может, и перебор, но почему-то эти слова произвели на меня впечатление. Курант. 12. Новый год. Никогда не изменять. В нашей зиме 42-го. Да? И не спускаться на землю. Никогда. Обещаешь? Обещаю. Вам обоим. И то, что маме не удалось все исполнить. Ну вот, пора в дорогу. А чемодан Леонидик уложил еще днем. Человек он предусмотрительный. А когда вернется, позовет на новоселье. Мы ведь будем встречаться, верно? Хочешь сказать... Ты не такой трус, как я. Нет, отчасти. Может быть, потому что люблю тебя меньше, чем Марат. Кто знает. Только не забудьте, частичка меня сегодня еще останется в этой комнате, поэтому не торопитесь. Дайте мне уйти от вас подалее. Эта рюмка... Кажется, была последней в его жизни. От тебя он отказался, откажется и от нее. Подумаешь. До встречи.
1 мая в 45-м мы пробрались во двор игрушечной фабрики. Это было в Бреславле. И тут нас накрыли минометы. Знаешь, нас было семеро, а живой остался только я один. Господи, зачем ты мне это рассказываешь? Смешно подумать, я ведь мог тогда умереть. И эта минута, вот эта, ее бы так и не было. Марат. Он один сейчас там, на улице. Нет. Только не жалейте его, слышишь? Никогда. Ты снова должна поверить мне, Валика. А разве нам будет просто жить? Нет, все будет хорошо. Ты только не бойся. Не бойся быть счастливым. Не бойся. Мой бедный Марат.